Макадамия – один из самых вкусных орехов в мире. Хрустящая, нежная мякоть обладает сладким ореховым вкусом с легкими нотками пломбира, шоколада и восточных пряностей. Аромат напоминает ваниль и карамель. Их добавляют в салаты, смешивают с морепродуктами, украшают выпечку и мороженое. Однако многие считают, что использовать этот драгоценный орех как ингредиент непозволительно. Им нужно наслаждаться в чистом виде, ощущая все грани и оттенки вкуса. В орехе много растительного белка и витаминов. Триптофан способствует выработке серотонина, повышает настроение, бодрит. Орех богат цинком, который положительно влияет на потенцию, укрепляет иммунитет в соответствии с научными исследованиями, полезен при артритах и артрозах, способствует очистке кровеносных каналов, снижает риск атеросклероза и варикоза. Макадамия быстро окисляется на воздухе, поэтому ценные ядра лучше приобретать сразу в скорлупе и самостоятельно открыть орех. Орех макадамия содержит большое количество питательных веществ. Больше всего в них витаминов группы В, витамин Е и ПП, а также минералов кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий. Как и в других орехах, в макадамии высокая концентрация жирных кислот. Систематическое употребление макадамии в пищу уменьшает проблемы с кожей, нормализует ее цвет и жирность, а также улучшает состояние волос благодаря питательным жирам. Диетологи рекомендуют для снижения веса заменять один прием пищи на горсть макадамии, которая восполнит недостающую энергию и снизит аппетит. Однако не стоит забывать о калорийности орехов. На 100 грамм орехов содержится целых 720 килокалорий, 7,9 грамм белков, 75,8 грамм жиров и всего лишь 5,2 грамм углеводов. Этот орех один из самых калорийных, поэтому максимально возможное количество орехов в день – это небольшая горсть. В комплекте с орехом всегда продается вот такой ключик. В каждом орехе есть специальная прорезь. Как я уже сказала, орехи продаются всегда в скорлупе для того, чтобы сохранить свои полезные свойства, так как на воздухе они очень быстро окисляются. Ключик вставляется в прорезь и поворачивается. Все достаточно легко. Вот так мы можем добыть этот вкусный, замечательный, полезный орех. Приятного аппетита!